Проблему со стажем в 20 лет решили за несколько недель. Напомним цепочку событий. 19 июня на заседании правительства член общественной палаты Майя Силкина рассказала, как устроен процесс получения химиопрепаратов в онкологическом диспансере. Сколько кабинетов нужно пройти, сколько очередей отстоять, прежде чем добраться до необходимой процедуры. Станислав Воскресенский отправил руководителя профильного департамента лично убедиться, так ли обстоит дело. Не так. За ручку. Идите с Майей Владимировной, пройдите маршрут пациента. И мне на стол представьте, вы мне обещали это сделать. Как маршрут будет выглядеть по-другому, без всяких ваших информационных систем и строек. Это человеческий фактор, что это привычка все. Давайте сделаем что-то глобальное, и это спасет мир. Нет, мир спасет кропотливая работа с каждой деталью. Вот, пожалуйста, еще раз, вот идите сами, пройдите этим маршрутом. И вместе с общественной палатой мне представьте по этому конкретному плану, как вы поправите этим летом. Информация подтвердилась. Все так. По этажам вместе с Артуром Фокиным марш-бросок преодолели журналисты. Устали все. А это люди здоровые и молодые. Сложно представить, в каком состоянии возвращаются домой пациенты после такого марафона. А если дорога занимает несколько часов в общественном транспорте, например, до Пучежа? Губернатор своих поручений не забывает. 10 июля потребовал результат. Мы на одном из заседаний правительства разбирали бардак, который был с очередями у нас в онкоцентре. Я просил вас, Артур Мирабович, там побывать. Я так понимаю, побывали, и работа сейчас изменена. Вы на этой неделе обязательно сходите и покажите средства массовой информации, что поменялось, поговорите еще раз с больными, что не устраивает. В общем, это надо довести до результата окончательного. В четверг в 8 утра руководитель областного департамента здравоохранения приехал в онкологический диспансер. Теперь весь процесс организован достаточно просто. На междисциплинарном консилиуме или просто консилиуме, на котором пациент представляется и обязан быть по законодательству рассмотрен, ему сразу дается направление на сдачу анализов и сразу определяется дата явки в дневной стационар. Получив это направление, он сдает анализы, если он из района, анализы сдает в районе, если он ивановские анализы, он сдает у нас. С этими анализами он уже приезжает непосредственно вот сюда. Если раньше приемное отделение было единым для всего диспансера, то теперь приемное отделение по химиотерапии вынесли в зал. В штат взяли двух новых сотрудниц. Жду, пока медсестра оформит историю болезни, функции. Потом отвожу к врачу. То есть пациент с направлением сюда подходит, да. И здесь оформляется история болезни, потом я провожаю, да, к врачу. Отправляемся к врачу дневного стационара. Вы здесь больного осматриваете, да. Как врач оформляете историю болезни, угу. Пишете все назначения. То есть для того, чтобы назначить лекарственный препарат, больного должен смотреть врач. Здесь это происходит, и пациент уже... проходит, да, в процедуру. Так, а параллельно сестра-специалист оказывается в процедурном, и там набирает, да, препарат. Да. Угу. То есть пациент не сам за препаратами бегает, нет, а это выполняют медицинские работники. Да, все, ну, пойдем дальше. У нас была одна палата на 10 мест, мы сделали плюсом еще одну палату на 6 мест. Здравствуйте. Смотрим, как работа организована. Есть ли у вас какие-то вопросы, может быть, проблемы по организации работы? Удобнее стало? Удобнее стало? Кресла такие же в том кабинете есть. Люди жаловались на то, что очередей много, что в очередях много времени проводит. Сегодня есть ли очередь? Честно говоря, мне большие очереди никогда не попадались. Хорошо. Как и просили пациенты, палаты, где проводят процедуры, условно разделили на мужскую и женскую. Повесили телевизоры, крутят советские комедии. Противоопухолевое лечение теперь проходит в менее напряженной обстановке. Это и химиотерапия, это и введение моноклональных антител, это и иммунотерапия, это и гормонотерапия. Все это называется противоопухолевое лечение. Надо понимать, что введение каких-то препаратов может занимать 15 минут, введение каких-то препаратов может занимать 8 часов. Все за счет того, что мы увеличили количество, а правильно это, если говорить бюрократическим языком, называется пациента мест с
10 до 16, то надо сказать, что очередь из коридора исчезла. Очереди вот здесь, мы с вами видим, перед регистратурой сейчас тоже нет. Итого 3 новых сотрудника в штате онкодиспансера, 6 дополнительных коек, немного головной боли для главврача, где взять на это средства. И жизнь тысяч пациентов стала проще. На этой схеме красным обведены кабинеты, в которые теперь ходить не нужно. Я считаю, что маршрут сократился очень значительно. Мы с вами прошли это буквально 2 минуты именно хождения. При том, что ожидание здесь, вот, в приемном отделении, оно совершенно комфортное и удобное. А количество коек увеличилось, это мы тоже видели, это тоже здорово, потому что тем самым уменьшили количество ожидающих в очереди, это тоже очень затратно по времени было, и к тому же даже повесили телевизор. До 2024 года в регионе планируется открыть 5 центров амбулаторной онкологической помощи. Менее токсичные схемы химиотерапии будут проводить там. У нас в планах в течение 5 лет строительство центров амбулаторной онкологической помощи, поэтому больные из районов, это центры будут Шуя, Кинешма, Тейково и 2 центра в Иваново, это 7-я и 4-я городские больницы. Поэтому со временем здесь больных, по сути, будет гораздо меньше, только больные, требующие такой достаточно серьезной химиотерапии, которую можно оказывать только в условиях онкологического диспансера. Поэтому уже в этом году начнется вот Шуйский район, это Пучужский район, Пучуж, Южи, Палех, Савино, Шуй, Шуйским районом больные уже будут получать помощь на месте. Это тоже неплохо, потому что им не придется сюда ехать. Изменения коснутся не только работы онкополиклиники. Артур Фокин рассказал, что в регионе начинают работать специалисты Минздрава. Задача – сделать комфортной и удобной для пациента работу всей поликлинической службы, убрать ненужные звенья. В учреждениях появятся листы проблем. Пациенты смогут оформить свои предложения и на каждое получить ответ. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.